О, красота. Там Черновка впереди. Еду в Орловку. Показать вам красоты. Остановился медунок пожрать. Вот такую штуку, смотрите, здесь вижу. Походу вербочка, еще не знаю. Сильно уж она распустилась. Запах просто вообще. Никакие там духи. Класс. Птички пою, слышите? Не работает, просто радость. Смотрите, кругом медунки. Идем с вами в лес за грибами. Смотрите, сколько медунок. Толстенные просто. Подальше отойдем. Глянь, их там сколько. Все синё. Какая синка. Дождь прошел, такая влажность. На улице тепло, так хорошо. И не холодно, не жарко, короче. Воздух свежайший. Тут, наверное, медведь живет. Эти вот мох. Вон какой. Прям. Понюхаем его. Запах какой. Вообще. Пускай сидит тут, отдыхает. Народ грибочки собирает, такие длинненькие. Забыл, называется то ли вешенки, то ли что. Жарят. Мне высылали фотки, видео. На листочки, говорят, вкус похож. А вот какие-то, понимаете, поганки, наверное. Поганки тоже вкусные, полезные, если правильно готовить. Даже мухомор. А! Класс. Так, смотрим. Лес так лес, да? Березка. Березку понюхаем. Класс. Там сплошь медунок. Что, вот эти пожрем. Так, надо как-то телефон поставить, чтобы вам видно было. Я буду кайфовать. Вот на этот пенек, смотрите, сюда вот сейчас поставлю. Вот сюда поставлю на пенек. Будете тут сидеть. Тут, кстати, вот еще грибочек такой. На этом пеньке. Вот сидите тут. Не дергайтесь. О, какой куст огромный. Гляньте. Так, дальше так берем. Все вам видно, да? Вот она, беленькая тычинка такая. Мед просто. Здесь такие синие, есть такие, как сиреневые, смотрите. Попробуем сиреневые. Они такие влажненькие, прям капельки дождя. Запах вообще каким-то Крымом пахнет, крымскими травами. Прямо вкусно, даже цветочек ел. От трассы далеко здесь. Тем более дождь помыл. По-моему, говорят, надо раз в год их наесться. Витамины хватит на весь год. Я второй раз уже останавливался. Один раз в Устарском районе остановился. Сейчас будем стебель чистить. Толстенный, смотрите, стебель какой. Ну, как в старину люди жили в Сибири, уезжали с Европы в Сибирь. Тут все у нас есть. Грибов, ягод, трав всяких, моря. Их
можно сушить, они от кашля хорошо говорят. Заваривать, как чай, по-моему. Вот, 3 секунды, смотрите, какой букет. Что, хорошо в городе вам жить там? А нам тут лучше. На родине. Это не розы нюхать и не гвоздики. О, это просто рай. О, такой кочек. Листья, гляньте, какие. О, запах с травой свежайший. Осины, березы, все здесь. Ладно, продолжаем цветочки нажваривать. Так что наливайте там чаечек, берите мед, хлеб, вместе со мной кушайте. На паузу ставьте. Смотрите, ну Алексей мучает нас. То где мне баре парится, то где мне купается. Давайте помянем. Сегодня же родительская, как-то радонежка, или как называется. И заодно за воинов, за наших парней. Прям на колени помолимся. По-православному. Парни, вот так. Берегите себя. Береги вас Господь. Чтобы живые, здоровые приехали. Поскорее война эта кончилась. И покушаем. С родителей, за воинов, прямо зелень. Кто погибли, помянем, ребят. Царство небесное. Ну вот так. А мухоты прилетело, вон летят вокруг меня мошки всякие. Вот они жужжат вокруг меня. Еще лесом покажу. Вот такая ведь осинка наклонилась.